Добрый день, меня зовут Орлов Станислав. Я являюсь заведующим стоматологическим отделением сети клиник «Доктор Плюс Дент». Наш медицинский центр и наши клиники оказывают массу услуг в таких направлениях, как урология, гинекология, функциональная диагностика и, конечно же, стоматология. Наш спектр стоматологических услуг достаточно широк и разнообразен. Мы готовы оказать помощь как в лечении зубов, удалении зубов, в дальнейшем их протезирование, восстановление благодаря системе имплантации, эстетическое отбеливание благодаря системе Zoom и многое, конечно же, другое. В стенах нашей клиники работает масса специалистов, включая приезжих высококлассных специалистов, которые готовы помочь нам и нашим клиентам в нашей работе, чтобы идти к цели, поставленной, направленной на здоровье ваших зубов и здоровье в целом. Мы познакомились с системой UDS год назад и поняли, что это очень эффективный инструмент для работы с нашими клиентами. Теперь перед нами стояла задача по удержанию и, конечно же, увеличению базы наших клиентов. Запуск рекомендаций, избавление от пластиковых карт, уйти от прямой скидки и перейти на кэшбэк. Мы хотели получать обратную связь от клиентов для контроля качества обслуживания. Отследили эффективность работы рекламных каналов. Теперь мы видим, откуда к нам идут клиенты. С радостью поздравляем наших клиентов с днем рождения, дарим подарки. И все это происходит автоматизированно с помощью использования системы UDS. Также на базе UDS мы запустили интернет-магазин, где можно купить средства по уходу за полостью рта и оформить их доставку. Познакомившись с функционалом UDS, руководством клиники было принято решение о покупке и внедрении данного софта. Внедрение прошло постепенно, безболезненно и не мешало работе клиники, а сотрудники с удовольствием предлагали UDS клиентам. За год использования функционала UDS было раздано 1752 электронных дисконтных карты. Экономия при отказе от пластиковых карт составила 43 800 рублей, при цене за карту 25 рублей. Центр посетили 368 мужчин и 985 женщин. Средний возраст клиента составляет 35 лет. Средний чек до использования UDS составлял 5000 рублей. На данный момент он составляет 5322 рубля 8 копеек, что говорит об эффективности работы программы. Ушли от прямой скидки в 10% и предложили клиентам получать кэшбэк 18% с учетом рекомендаций. 8% – личный кэшбэк, для VIP-клиентов 10%. И 10% за рекомендации. 3% на первом уровне, 5% на втором уровне, 2% на третьем уровне. При этом получилось принести в кассу 834 400 рублей, так как клиенты копят баллы и не тратят их сразу. Рекомендации дошли до третьего уровня. На первом уровне 1397 клиентов совершили покупки, не совершали 257. На втором уровне из 83 пришедших человек 13 человек совершили покупки. На третьем уровне 2 человека, покупки пока никто не совершал. Клиника получила 475 оценок 5 звезд и всего лишь 2 оценки 4 звезды от наших клиентов. Мы стараемся улучшить качество обслуживания клиентов в нашей клинике. Отследили работу рекламы в соцсетях. Например, с Инстаграма пришло 28 человек, 4 из них совершили покупку на сумму 119 991 рубль. С веб-сайта пришло 3 человека, и все 3 совершили покупку на сумму 43 323 рубля. С помощью использования комплекса UDS нам удалось сэкономить 935 800 рублей. Работой этого программного обеспечения доволен. И рекомендую этот продукт в применении не только в медицине, но и в других сферах бизнеса, так как UDS можно адаптировать под любое направление.